Всем добрый вечер. Хочу поделиться своей проблемой. В этом улике у меня пчелки погибли. Все пчелки прямо. И самое интересное, у меня матка жива. Здоровая, бегает. Кормлю ее медом. Не знаю, что с ним делать. Тут в всех уликах матки есть. Если их туда положить, они его убьют. И проблема была такая. Один день назад я открывал улик. Там корма все было. Они здоровые. И понос не было вообще. Они в клубок там сидели. Не двигались. Точно сказать, если увидеть их, они мертвые были. Неподвижные. Я их струсил сюда. Потом ухаживал вот за этими пчелами. Солнце у нас было так. Потом подхожу, смотрю на пол. Они ходят живые, матка жива, пчелы живые. Потом я их на рамку по одной положил. И сюда в ящик обратно на свое место. Так как там пчелы... Примерно 50 штук, по-моему, так осталось. Это был отводок, когда я это делал. Июля, по-моему, так. Расплод тоже там был. Пчелки были нормальные. И они у меня умирали, умирали. И вообще за 50 штук осталось. Так, я их домой заносил. Думал, что им холодно там. Потом, как тепло было, облет был пчел. Потом снова сюда их положил. И такая картина. Утром просыпаюсь, смотрю. Все пчелы умерли. Все до единого. И эта одна матка осталась жива. И понос у них нету. И ничем они не болели. Корма есть. Там у меня все было хорошо. Утепление сделал. Улик не, как сказать, теплый, и одна матка осталась. Все пчелы погибли у меня. Если сказать там что-то инфекция была, то я, как сказать, одна матка не могла остаться живой. Она тоже должна жить, погибнуть. Если инфекция или заражение, или что-то еще, что-то у меня там было. Я дезинфекцию делал летом. Там пластины ставил. Муравинку тоже ложил им. Здоровые пчелы были. Одна матка у меня осталась сейчас. Она у меня в спичечном коробке бегает. Не знаю, что с ней сделать. Если вот сюда куда-то положить, они ее сразу убьют. И убить ее жалко. Жду солнца, как тепло будет. Сегодня у нас так пасмурно на улице. Не знаю, погода завтра какая будет. И вот здесь, вот тут вот, вот мои пчелки, которые вот тут. Вот этом уле тоже. Пчелки очень хорошие. Много пчел прямо. Почти, можно сказать, почти полный улик. Не знаю, что с ним сделать, с этой маткой, и почему все пчелки погибли. Понос у них вообще не было. Рамки вообще чистые были. Они у меня умирали, падали вниз, я их убирал. Вот. Не знаю почему. Инфекция, наверное, если было бы, она тоже умерла бы. Вот я, как сказать, утепление делал. Вот тут у меня это лежит, сейчас покажу. Из чего я утепление сделал. Если я сделал неправильно, в комментариях можете сказать. Сейчас покажу. Во. Сейчас я их зацеплю сюда. Покажу. Пойдет так пчелкам вот двух сторон.
обклеил шурупами. Утепление сделал. Если сказать челкам там влажность или еще что-то будет. Я вот здесь маленький сделал. Этот маленький сделал, чтобы вот здесь, охлаждение, чтобы было вот здесь. Влага, не думаю, что там будет. Пеленка там, говорят, летом, когда тепло, нехорошо пчелкам, слишком жарко будет. Поэтому я вот здесь вот чуть поменьше сделал, чтобы вентиляция была вот здесь, на этих сторонках. Что-то холодно у нас сегодня на улице. Пчелки вообще сегодня не вышли. Как вы думаете, пойдет вот это так? Вот это я название сказать вам сейчас не помню как. Вот это я двух сторон на этот кордон заклеил. Она такая теплая. Не знаю, пчелкам понравится или нет. Как? Пчелопакеты принесу. Все приготовил. Сейчас. Пчелок жду. Отводки, пчелопакеты, то есть как приедут, положим. Так, вот здесь, тут я закрыл. Вот подскажите, пожалуйста, самая интересная, важная часть. Что я хотел сказать? Почему одна матка осталась живая и все пчелки погибли? Я думаю, потому что расплод у нее мало было. И старые пчелки погибли, а одна она осталась. Стоит ее раздавить, не хочу. Если я куда-нибудь ее опущу, она погибнет. Что с ней делать, не знаю. Подскажите, у кого так было, когда все пчелки погибают, одна матка остается. И самое главное, она здоровая вообще, бегает, даже летать хочет. Вот такие дела у меня сегодня. Всем удачи, друзья. До новых встреч. Поделитесь информацией, кому не трудно. Расскажите, почему так бывает пчелами. Всем буду рад ответить за любую помощь. Спасибо вам.